Ушаковых имеет корни на Руси, уходящие в первое тысячелетие. Князь Мстислав Владимирович, в единоборстве победив косожского князя Редедю, перед двумя дружинами и убив его, пошел в земли по заключенному перед битвой меж ними уговору, взял имение, жену и двух его сыновей и наложил дань на косогов. Двух сыновей Редеди Мстислав окрестил и дал им имена Юрий и Роман. За младшего Романа князь выдал свою дочь. Сыновья правнука Романа Михаила по прозвищу Сорокаум писались Сорокаумовы, а потомки сына его Глеба – Глебовы. Именовался Глебом и правнук его Павел по прозвищу Ушак. Вот от него-то и пошли Ушаковы. Предки рода, от которого пошли Ушаковы, широко известны каждому из истории. Это Волконские, Долгоруковы, Гагарины, Вяземские, Трубецкие. Великая русская земля взрастила в Федоре Ушакове могучую силу русского духа, любовь и верность своему народу, России. Настойчивость Федора Ушакова не только как воина, моряка, но и человека, одаренного природной смекалкой, пытливым умом, бесстрашием и пренебрежением к опасностям, проявлялась во всех делах, в любой сложной обстановке. Все работы по строительству кораблей во время эпидемии чумы полностью прекратились. Страхом перед чумой наполнился Херсон. Капитан Ушаков предпринял энергичные действия, и в его команде чума исчезла на 4 месяца раньше, чем в других. В самое тяжелое по напряженности время эпидемии он никого не посылал в госпиталь, переполненный больными, и спас от смерти многих. Ушаков был самый заботливый отец солдату и моряку. Не раз из-под его пера выходили приказы, подобные этому. Рекомендую всем господам, командующим, корабли, фрегаты и прочие суда в палубах, где должно для жилья поместить служителей, привесть в соответствующую чистоту. Воздух даже в интертрюмах кораблей очистить, а затем здоровых служителей перевести сюда. И я не упущу и собственный присмотр за всеми. Федор Федорович дорожил казенным интересом, утверждая, что в собственных деньгах должно быть щедрым, а в казенных – скупым, и правило сие доказывал на деле. Как человек ответственный, болеющий за государево дело, он предпринимал все возможное для его завершения. Бывало, что из казенных сумм, определяемых на содержание Черноморского флота, те или иные поставлялись несвоевременно. Тогда Ушаков выдавал из собственных денег по несколько тысяч в контору Севастопольского порта, чтобы не останавливать производство работ. После побед в морских сражениях над турками на Черном море слава о непобедимом русском адмирале прокатилась повсюду. По прибытии русских кораблей в Константинополь Турция встречала их на удивление дружелюбно. Все надеялись лично увидеть Ушак-пашу. Федор Ушаков поступил мудро. По прибытии на Корфу он обратился с воззванием к жителям, призывая их содействовать в низвержении несносного ига безбожников-французов. Ответом была помощь населения. Воздав благодарение Богу, адмирал продолжал выполнение возложенных на него задач. В сложнейшей политической обстановке сумел, не поступившись своими христианскими убеждениями, создать на Ионических островах знаменитую Ионическую конституцию и образовать республику семи соединенных островов, первое греческое национальное государство нового времени.
Человеколюбие и доброта к людям сопровождали Федора Федоровича всюду. После возвращения в Севастополь, а позже в Санкт-Петербург, Ушаков не забывал заботиться о ближних своих. В его дом в Петербурге часто приходили за помощью. Одних он снабжал деньгами, одеждой, за других, особо нуждающихся, ходатайствовал перед более имущими господами. Кроме того, он взял на себя заботу об осиротевших после смерти отца племянниках. Перед тем, как окончательно покинуть столицу в 1810 году, Федор Федорович, никогда не имевший своей семьи и своих детей, все небогатые владения передает в собственность племянникам, которых почитает вместо детей своих и о благе их старается, как собственный их отец. Он избирает для жительства тихую деревню Алексеевку в Темниковском уезде, вблизи Санаксарского Рождества Богородичного монастыря, где во все прошедшие годы его ратных подвигов молился о нем его родной дядя, преподобный Феодор. По тем временам Федор Федорович жертвовал обители значительные благотворения. Также бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния и вспоможения. Поселившись у стен Санаксарского монастыря, он, казалось, хотел отдать людям все, что у него накопилось. В грозную, кровавую войну 1812 года с наполеоновской Францией, будучи уже немощным для того, чтобы возглавить внутреннее тамбовское ополчение, он вносит вклад за вкладом, чтобы облегчить жизнь и участь раненых и покалеченных солдат. Вместе с темниковским соборным протоиереем Асинкритом Ивановым он устраивает госпиталь для раненых, вложив деньги на его содержание. Я давно имел желание все сии деньги без изъятия раздать бедствующим и странствующим, не имеющим жилища, одежды, пропитания. Мне немного остается жить, не страшусь смерти, желаю только увидеть новую славу любезного Отечества. Остаток дней своих Федор Федорович провел в крайнем воздержании. Принимал последнюю исповедь и отпевал адмирала Федора Федоровича Ушакова протоиерей Асинкрит Иванов. Когда гроб при большом стечении народа был вынесен на руках из города, его хотели положить на подводу, но народ продолжал нести его до самой Санаксарской обители. Там встретила благоверного боярина Федора монастырское братие и положили его у стены соборного храма, рядом с родным ему преподобным старцем, чтобы быть им отныне вместе навеки. Старец Феодор канонизирован в лике местночтимых святых Саранской епархии в 1999 году. Здесь же рядом теперь покоятся мощи святого воина, адмирала Федора Ушакова. Российская православная церковь, учитывая святость воина Ушакова в исполнении им своего долга по защите Отечества и православной веры, причислила славного воина к лику святых, потому что в народе Божием всегда благодарно почитался подвиг воина, мужественного, храброго защитника Отечества. Народу был дорог тот, кто послужил Отечеству не только воинской доблестью, но и явил собой пример непоколебимой православной веры, истинного патриотизма, мудрости и милосердия. Благодарная память об адмирале Ушакове живет и до сего дня. Федор Федорович – плоть от плоти, кровь от крови, русский моряк. Техника изменилась за эти века.
Вместо парусов атомная установка. Но суть одна – защита Отечества на море. И тогда, и ныне морской офицер – это прежде всего особое воспитание, интеллект, культура. Российские моряки, служба которых проходила в разные годы на тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Ушаков», связаны крепкой дружбой. Объединяет их одно желание – сохранить имя Ушакова на борту корабля российского военно-морского флота, привить любовь и уважение молодого поколения россиян к традициям российского флота. Лучшим призывникам из Мордовии предоставляется право проходить военную службу на крейсере «Адмирал Ушаков». Командование корабля поддерживает тесные связи с военкоматом, ведет переписку с родителями моряков. Служба здесь почетна. На корабле проводятся уроки истории, организовываются встречи с ветеранами, военными моряками. В свою очередь, довольно частые гости в Мордовии, командование военно-морского флота, командиры и офицеры крейсера «Адмирал Ушаков». Шефствует над кораблем и Архангельская область, и Мурманская. Имя непобедимого Федора Ушакова соединило прекрасный, благочестивый народ Мордовии, который живет в местах, где ощущается особое духовное свечение в жизни простого человека, и северян, моряков. Здесь, на далекой от моря земле, когда разливается река Мокша, Санаксарский монастырь похож на корабль, уходящий в далекое плавание. Пожелаем процветания этому краю, части России, этому народу, российскому военно-морскому флоту, всей нашей великой стране, которая, несомненно, будет укрепляться молитвами и представительством перед Богом истинного святого, великого флотоводца Федора Федоровича Ушакова. Республика Мордовия чтит адмирала Ушакова и гордится тем, что последние годы его были связаны с ней. Я сегодня от имени народа республики, от имени главы хочу заявить здесь вам всем, что мы продолжим ту святую традицию шефства над кораблем. И есть глубокий смысл в том, что экипаж военного корабля, на борту которого имя адмирал Ушаков, будет достойно нести боевую службу по защите интересов России в океанских просторах. Приумножим дни великого адмирала в великой славе и будущей силе Отечества, ибо это дело государственное.